Возникла мысль сделать добротный стол для дачи. Старый совсем пришел в негодность. В земле были вырыты две ямы, заполненные щебнем, вставлены столбы, предварительно обработаны, засыпаны мелкой щебенкой и забетонированы. Верх столбов был обмотан слоем рубероида. На столбы были одеты обрезки металлических труб большого диаметра и скреплены шпильками. На которой была приварена арматура диаметром 12-14 мм. Под стол я поместил большие камни. Чтобы они не бежали, связал их проволокой. Щели забросал мелкими камешками. Сверху сделал по периметру опалубку. Ты можешь еще ближе, чтобы было видно, что попадают сюда. Вот. На камне постелил плетленовую пленку и насыпал слой песка, чтобы стол толщиной был 8 сантиметров. Песок выровнял, потрамбовал. И сверху еще постелил кусок полиэтилена. Затем было залито бетоном, и соотношение одна часть цемента, две части песка, три части щебня с пластификатором. К сожалению, плохо вибрировал, и где-то есть небольшие дефекты на бетоне. Ну, думаю, это не критично. После снятия опалубки убираю песок из-под плиты. Затем камни. Планочка эта с песком. Бетон я металлической щеткой почистил, чтобы беспылить. Покрываю слоем глубоко проникающего грунта. Дальше стол обклеиваю плиткой. Керамогранитом, так называемым, под дерево. Швы заполнил специальной затиркой для швов. Эластичной морозостойкой. Клей брал дорогой для плитки. Ну, вот так получилось. Столбы из дерева акация. Вроде бы должны стоять долго, не гнить.
Рядышком видна скамейка. Под нее укреплены ножки. Ну вот так выглядит все готовое. Уже сделанной скамейкой.